Безработным нефтекамцам, желающим открыть свое дело, поможет государство. Для этого необходимо составить собственный бизнес-проект в произвольной форме. В городе остаются востребованными бизнес-проекты на оказание услуг или производство собственной продукции. Готовый бизнес-план безработным гражданам необходимо предоставить Центр занятости населения. По итогам конкурсного отбора утвержденным проектом будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 58 800 рублей. Принять участие в программе возможно до конца этого года. Также безработные граждане, которые откроют свое дело, смогут получить компенсационные расходы по госпошлине в пределах 3500 рублей. Данная субсидия только выделяется безработным гражданам, официально признанным в Центре занятости безработными.